Так, начнем мы с этого, с красот. Так, здесь очень круто, красиво. Как бы идем, слушаем крутую музыку. Depression. Как там он называется? Да вот я здесь что-то нашел. Вообще похоже. Окей. Луна. Луна там светит. Вот здесь мы и ходим. По цепи кругом. Чё, товарищи, вам сказать? Жизнь. Это такая штука. Funeral. Ну не Funeral, а как она там называлась? Nuptial Depression. А вот такие здесь красоты. Не знаю, если вы это видите, но красиво. Бриллианты. Жизнь, она happens, случается. Не знаю, просто так вот. Некоторые люди почему-то думают, что... Некоторые люди почему-то думают, что что-то там надо искать, что-то там надо доказывать. На самом деле все проще. Это суета, сует. И какой смысл что-то доказывать кому-то, себе, там, не знаю. Такое философская вещь, в самом-то деле. Ух. Надо было днем сюда прийти. Я смог только вечером. И как бы, да, это очень, в самом деле, круто. О, ничего себе! Вот это да! Это да! Я не знаю, просто вот... Я ничего не буду говорить ни про кого, но... Я не понимаю смысла в этой депрессии. То есть некоторые люди живут, хотят жить какой-то боли, в депрессии, в каком-то глупом нахождении чего-то. Здесь нечего находить. Жизнь должна быть жизнью. Я как-то так считаю. Или нет? Все живем, чтобы жить, а не чтобы там искать какие-то странные идеи, там, я не знаю, как устроен мир. Ну это пипец, извините. Блин. Это жесть просто какая-то, понимаете? Чё она не фокусируется? Опа. Мир устроен так, как он устроен. И вообще не факт, что человечество познает в самом-то деле, что как он устроен. По очень простой причине. Потому что у человечества очень ограниченное, у человека, в принципе, и у человечества очень ограниченное количество, скажем так, детекторов для просто фиксации каких-то сигналов реальности мира. Ну, то есть, то, что мы видим, это одни волны, вот эти, видимый свет. Есть невидимый, есть звук, есть ультразвук, который мы как бы ухом не слышим, но можем определять с помощью каких-то устройств. А есть то, что мы не можем определять с помощью каких-то устройств. И как бы в этом и дело. Там вот измеряются всяческие там... Нейтрино, там всякие пролетают через землю. И как бы
Люди их не ощущают, но их там ловят. Я сейчас не помню, там какие-то частицы спускаемые. Я просто понимаю, что в самом-то деле, ну, нам пока не дано познать. Теоретически, конечно, все может быть. Может быть, мы когда-то, нам что-то и откроется, скажем так, с помощью кого-то или чего-то. То есть, как бы, у нас просто нету, опять же, средств для обнаружения всего. Может быть, вообще говоря, может быть, вот прямо здесь существуют какие-то, скажем так, как их называют эзотерики, сущности. Может быть, они существуют здесь, может быть, они здесь существуют вокруг, и, но ты их не видишь. То есть, как бы, ты их в принципе не можешь обнаружить. Ты можешь попробовать догадаться, попробовать там, да, что-то, опыт какой-то. Но, то есть, основная идея в том, что мы не знаем, что существует вне того мира, который мы можем видеть и детектить. То есть, как бы, поэтому про что речь? Нам остается только жить, рожать детей, воспитывать их. Так что, ну вот так. Ладно, я выключаю. Это я, кстати. Немножко замерз.